Ясмин. Мама, ты бы не могла оставить нас? Садись. Ты уничтожил меня, Мехмед. Прости, Ясмин. Не могу объяснить, как я раскаиваюсь. Как давно у тебя отношения с Мюжде? У нас не было отношений. Это было один раз. Только один раз, поверь. И еще повторится? Нет, нет, никогда. Думаешь, я рискну еще раз потерять тебя? Я без тебя жить не могу. Это невозможно. Ясмин, я так люблю тебя. Я сделаю все, чтобы ты простила меня. Все? Все. Все, что пожелаешь. Главное — снова помириться. И чтобы все было как прежде. Не знаю, как я совершил эту подлость, но я помогу тебе забыть это. Знаешь, что я сделала, когда увидела тебя с Мюжде? Я полетела в Бодрум. Зашла в бар. И переспала с первым встречным. Почему ты смеешься? Ты не могла этого сделать. Это невозможно. Но я сделала это. Да нет. Ты просто хочешь расстроить меня. С кем? Не знаю. Я не спросила имени. Все еще хочешь, чтобы я простила тебя? По-твоему, мы сможем продолжать любить друг друга? Как ты могла так поступить? Ты же смог. Если любовь равная, мы в расчете. С твоей стороны ошибка и с моей стороны ошибка. Но любовь не равная, верно? Одна твоя ошибка равносильна тысяче моих. Я больше никогда не желаю видеть и даже вспоминать тебя. Ясмин, дай мне время смириться с этим. Может быть, я смогу забыть. Но я не смогу. Если ты забудешь, то я не забуду. Уходи и больше не появляйся в моей жизни. Дочка, Ясмина, милая, ну тише, тише.